воскликнул министр, прерывая доклад на полуслове. Ну и везет же этому мерзавцу. Нет, господин министр. То есть, ему, конечно, везет. А иной раз не очень. Но не только в этом дело. Он, понимаете, отлично осведомлен о каждом нашем шаге. Знает, что мы предпринимаем. Поэтому он и навострил лыжи из Гамбурга. Поэтому же убил баронесса де ла Шованье и едва-едва успел выскользнуть из селка. Дело в том, что я каждый вечер докладывал вам о своих делах и планах. Но его три раза, ну, чуть не настигли. Нынче-то его всполошил арест в Альми. Да я вот не сумел ему толком ответить по телефону. Это, конечно, только все-таки в первом и во втором случае. Он именно что рано поутру узнал о грозящей опасности. Вокруг стояла презрительно безмолвная тишина. Если я не ошибаюсь, комиссар, вы уже однажды высказывали подобное предположение, сухо сказал министр. Надеюсь, на этот раз оно не голословно. В ответ Лебель поставил на стол магнитофончик, нажал клавишу и в тишине конференц-зала зловеще проскрежетал перехваченный разговор. Все замерли в жутком недоумении, не сводя глаз с умолкнувшего аппарата. Лишь полковник Сен-Клер, посерев, дрожащими руками засовывал свои бумаги в пах. «Чей это был голос?» — спросил, наконец, министр. Лебель промолчал. Сен-Клер медленно поднялся, и все оглянулись на него. «К сожалению, должен сообщить вам, господин министр, что этот голос — это моя близкая знакомая. В настоящее время она живет у меня. Прошу прощения». Он поспешно вышел и отправился в Елисейский дворец подавать заявление об отставке. Никто не поднимал глаз. «Ну что ж, комиссар, как нельзя более спокойно произнес министр. Продолжайте, прошу вас». Лебель доложил о запросе в Лондон относительно утраченных за последние 50 дней паспортов. «Надеюсь, — заключил он, — что к вечеру у меня останется одна или две фамилии с паспортными описаниями, подходящими для шакала. И я тут же запрошу в соответствующих странах их фотографии. Уж, наверное, шакал будет теперь больше похож на своего нового двойника, чем на Калтона, Дубкина или Янсена. Даст Бог, завтра к полудню и фотографии будут». «А я же со своей стороны, — сказал министр, — хочу проинформировать вас об имевшей место беседе с президентом де Голлем. Он наотрез отказался менять, чтобы то ни было, в своем расписании из-за какого-то